Кондитерская фабрика «Исхимак» приняла участие в международной выставке пищевой промышленности в Стамбуле. В числе ведущих предприятий из разных стран компания «Томер» представила свою продукцию – шоколад, конфеты, пасты, глазури, шоколадные полуфабрикаты и начинки. Компания появилась в 1998 году. Возникла идея производить продукцию, которая была востребована, но которой было мало на рынке, и в основном это была импортная продукция. Мы начали вначале с глазури, с начинок, постепенно расширялись, закупили потом линию по производству конфет, шоколада в дальнейшем. В ассортименте компании присутствует традиционная линейка. Это молочный, темный, горький шоколад. Также есть полезный шоколад без сахара, пасты с протеином. Такая продукция подходит людям с различными заболеваниями. Фабрика «Томер» использует премиальные сорта какао-бобов самого высокого качества. Мы заменяем и ищем постоянно наш отдел разработок такие жиры современные, уникальные, тропические, с минимальным уровнем обработки, с сохранением всех полезных свойств, чтобы это был не только полезный и безопасный продукт, но чтобы он был также вкусный. В цехе кипит работа. Благодаря современному оборудованию получается отличный результат. Собственная лаборатория позволяет находить уникальные вкусовые композиции, добиваться наилучших характеристик шоколада. На данной машине мы производим шоколадные дропсы, делаем из шоколада, из шоколадной глазури. Шоколад предварительно темперированный, подается в депозитор, отсаживается с помощью специальной матрицы на ленту и охлаждается. По словам технолога Екатерины Крючковой, шоколад – капризный продукт. Он требует определенных температур и точного соблюдения технологии. Специальный прибор, он называется темперметр. Уже готовый оттемперированный шоколад отбирается, небольшая проба заливается в стаканчик, и прибор измеряет изменения во времени температуры шоколада при его охлаждении. Находиться на таком аппетитном производстве и не попробовать готовую продукцию невозможно. Нам удалось продегустировать порционный десерт с перцем и гранатом. Это шоколад, который только что вышел с производственной линии. Он колкий, ароматный и глянцевый. У нас есть уникальная возможность его попробовать прямо сейчас. Это очень вкусно. Если в цехе переработки какао-бобов достаточно жарко, то в этом помещении ощущается приятная прохлада. Все не просто так. Нам необходимы определенные условия. Это температура не более 20 градусов в отделении выемки шоколада из форм и его фасовки. Среди оптовых покупателей востребована кондитерская глазурь в необычной форме. Внешне напоминает огромную шоколадку. Эта плитка индустриального шоколада весит почти 5 килограммов и содержит 29 тысяч калорий. Она будет использована в различных кондитерских целях. Может быть, станет шоколадными конфетами или отдельными плитками. Компания «Томер» экспортирует продукцию в Азербайджан, Киргизию, Белоруссию и Казахстан. После участия в выставке в Стамбуле планирует расширить сеть экспортных поставок. Приобрести продукцию в розницу можно на популярных маркетплейсах. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.